Когда я не справляюсь с тоскою, то выберусь ночью под окна. Дворнягу поглажу рукою, в глаза ее добрые чмокну. Собака без слов понимает, как плохо в миру человеку, как жизнь по частям добивает, что хуже порою, чем зэку. Она заберет мои муки и будет лизать мне ладони, а кто-то, наверное, со скуки закурит на верхнем балконе. И так до утра просидим мы, до туч предрассветных и низких. Останутся неизгладимы два чувства друзей самых близких. Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Смотрим сегодня ролик, пишем комментарии, лайкаем, девочки. Это большая помощь для канала. С большим уважением к вам, Наталья. Всем доброго времени суток. Немножко вечернее время. У нас такое видео будет немножко сегодня домашнее. Это вот моя собака. Марик, сидеть. Это Марик, мой любимый пес. А, у нас есть очень приятные новости для всех подписчиков канала по поводу Гриши. Да, Марик? С этой недели Гриша стал членом клиники «Доктор Вет». Точнее, вошел в семью. Вот. Что это значит? Один из сотрудников клиники... Так ему полюбился Гриша, как в принципе всей клиники. Гриша — это уже отдельная история. Вот. Сотрудница забрала его себе, а клиника во главе нашего руководства — это Ольга Александровна Лутикова и Елена Викторовна Раздобариной — поручили за то, что, ну, как бы Гриша будет под обеспечением клиники. Вот. И то есть под нашим постоянным наблюдением. С чем это связано? С тем, что, ну, все-таки мы все прекрасно понимаем, что Гриша — это особенный пациент, особенный питомец, давайте так скажем. Пациент этот уже, он уже закончил свое лечение, да, у него есть особенности, но они все не такие на самом деле страшные, когда под наблюдением целой клиники, вот. И мы будем за ним смотреть самостоятельно уже. Все-таки приют, как бы там не давали ему сколько любви, у него там не было. Все-таки постоянно приходится возить в клинику его, да. И при этом, при всем, мы понимаем прекрасно, что для такой собаки, ну, будет все-таки лучше жить недалеко от нас. И все-таки семья — это есть семья. Вот, он постоянно гостит в клинике. Вот, когда-то его оставляют, он с нами постоянно находится. Он очень оказался приятным молодым человеком в плане того, что он помогает другим собакам. Не поверите, он постоянно ложится к больным собакам, лежит с ними, общается, ну, как-то по-собачьи, наверное, вот. И реабилитологи его очень полюбили, он очень помогает другим животным. И как бы, вот, было принято такое решение. Наталья оказалась не против, она, больше вам скажу, обрадовалась этому факту, потому что тоже прекрасно понимает, что значит для Гриши дом. Дом и такая большая семья. Так что вот такие у нас приятные новости, и надеюсь, подписчикам канала это позволит немножечко порадоваться в связи с последними, конечно, событиями, но мы не обращаем на них внимания, идем дальше. Марик, иди ко мне! Марик, Марик! Вот. Марик тоже очень рад. Вот, так что всем крепкого здоровья. Здоровья вам и вашим питомцам. И побольше, чтобы случалось чудес. Всех с выходными. Отдыхайте.